Спасибо большое, значит, Music Guru. Что-то очень странное закинул нам сегодня Music Guru. Ватан-то родина. Забавно. Сейчас в аккаунт Моисея зайду. Инопланетяне там между собой общаются, видимо, пока что. Ну, обычно так начинается что-то прогрессивное тоже. Я думаю, тут-та, есть какая-нибудь математика должна адская пойти, как будто. Take the power back, Rage Against the Machine. Блин, я их не буду включать, эти козлы. Для России все плочат. Ну, не адская, но математика. Я не говорю, что мне это там, не знаю, скучно или не нравится, но просто, ну, типа, я структуру понимаю этого жанра, вот и все. Я, наоборот, люблю математику просто. Ну, в этом смысле, в музыкальном. Иксы там с квадратами сводить не люблю. Все равно, представляете, как забавно, жанр, который подразумевает, что все время максимально нестандартные ходы, по сути, имеет какую-то все равно свою плюс-минус структуру, которая часто похожа. Поп-рок. Ну, тогда понятно. Блин, честно, хочется, чтобы больше было даже вот математики сейчас неожиданной. Вот. Просто есть вот жанры, в которых, не знаю, например, симфо пауэр метал какой-нибудь, это 20 простых ходов в странном порядке подряд. Рок, допустим, обычный, будь то метал, рок, что угодно, это 20 сложных ходов в рандомном порядке. Вот, а мое любимое, это когда, может быть, несколько простых ходов, ну, допустим, с математикой какой-нибудь, вот что такое мне. Вот. Прикалывает. Просто чилики такие сидят, играют басист. И там сатану выдает. Еще раз, долларовый миллионер Хэммит, а не вот этот чел. Вот это самое обидное.
вот эти две ноты на электрогитаре соло стоили как бы любого соло Хэммита просто. Потому что, как говорится, не все можно измерить деньгами. Или там популярностью. Люблю вот этот звук. Это какой-то, блин, какой-то крутой электронный пианино. Не уверен, что название знаю. Помню, что слышал какой-то песни попсовый, прям совсем попсовый такой звук. Ну, а сейчас. Не вспомню. Какого-то сериала там, типа, что-то такое. Не Хаммонд был, я про электронную пианинку такую. Сейчас будем искать. А может вообще вот здесь, кстати? We да! Вот оно. Прямо оно же. Прикольный, кстати, трек такой. Это же попсня, но прикольный очень. Джереми Капоне. Называется исполнитель. Как бы вы слушаете его музыку, но делаете это без уважения. Ссылку вот на это дать. Фильм «Звук металла». Не, не смотрел. Что более отстойное, Никельбек или Токио Хотел? Я думаю, Никельбек. Ну, я про Токио Хотел прям, ну, так очень, ну, более смутное у меня о них представление. Но вроде они менее отстойны. Так, нафиг я это закрыл, если мне это сейчас понадобится как раз. Спасибо большое. Ну, короче, что, как всегда интересно, вот как больничка, в принципе, правильно написал. То есть, послушали, мое почтение.